отличающийся от предыдущих модификаций расширенным диапазоном эксплуатационных температур, увеличенным максимальным взлетом и посадочным весом, возможностью принимать большее количество грузов. На нем установлено современное пилотажно-навигационное оборудование, метеолокатор с дальностью обнаружения фронтальных гроз до 400 км. С 2017 года производство самолетов L410 «Турболет» налажено в Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации. Был выполнен проход на высоте 200 метров, скорости 250 км в час. Майор Александр Левченко. Сейчас мы наблюдаем самолет-легенду Второй мировой войны, военно-транспортный самолет «Дуглас». «Дуглас DC-3», другие обозначения «Ли-2» в Советском Союзе. Американские приняли магистральный транспортный самолет с двумя поршневыми двигателями. Разработан предприятием «Дуглас Аэрграф Компани». Первый полет 17 декабря 1935 года. Один из самых массовых самолетов в истории мировой авиации. Серийный выпуск с учетом всех его модификаций и лицензионного производства вне США составил 16 079 машин. Самолет пилотирует экипаж в составе Героя России, генерала армии, заслуженного военного летчика Российской Федерации Дейнекина Петра Степановича и летчика-испытателя первого класса Лаврентьева Валентина Эдуардовича. Вот это кадры.